Всем привет, дорогие друзья! Сегодня на обзоре у нас будут монеты с посылки Казахстан, которые я получил в прошлом месяце. Речь у нас сегодня пойдет вот о таких монетах. Монеты в запайках. Казахстанский монетный двор с 2008 года начал выпускать данные монеты в запайках. И тираж монет составлял по 1000 штук каждого экземпляра, который чеканил монетный двор. Тираж для запаек. Данный тираж продолжался у монет до 2013 года. В конце 2013 года тираж монет уже начал составлять по 6000 штук. Данная монета это у нас из серии «Красная книга». Это дикобраз. Далее монета у нас идет посвящена из серии «Выдающиеся личности». Здесь Ильяс Есенберли, 100 лет. Номинал монеты 50 тенге. Номинал монеты у дикобраза составляет также 50 тенге. Следующая монета – это монета также «Выдающиеся личности». Мелик Габдуллин, 100 лет. 50 тенге номинал монеты. Следующая монета у нас это Абай. Серия «Портреты на банкнотах». Номинал монеты 50 тенге. Далее у нас идет монета также из данной серии. Здесь она посвящена у нас Тактагали Жангильдин, 100 лет. Номинал монеты 100 тенге. Поближе. Тираж монет составляет 6000 штук уже экземпляров. Далее у нас монета из этой же серии. Здесь у нас Эрмухан Бекмаханов, 100 лет. Номинал монеты 50 тенге. Не все монеты в запайках здесь идеальные. Есть некоторые погнутые чем-то, каким-то воздействием. А есть где-то с краешку тут надорванные. Ну там дальше будет видно. И также хочу сказать, что цвет запайка меняет. Данная монета в запайке, она приобрела, так сказать, свою патину внутри. Запайка целая. И цвет запайки изменен на такой желтоватый оттенок. Здесь монета посвящена у нас Хамиту Эргали, 100 лет. Номинал монеты 100 тенге. Далее у нас монета посвящена Элихан Букихану, 150 лет. Номинал монеты 100 тенге. Следующая монета у нас Жумабек Ташинев, 100 лет, номинал монеты 50 тенге. Далее у нас монета из серии «Портреты на банкнотах», Эбулхаир Хан, номинал монеты 100 тенге. Следующая монета это у нас корейская сказка «Легенда о Тунгуне». Очень красивая монета. Номинал монеты составляет 100 тенге. Далее монета посвящена Хаджа Насреддин. Это сказка. 50 тенге номинал монеты. Также монета достаточно красивая. Тираж монеты 6000 штук в запайках. Следующая монета у нас Сирко. Тоже сказка.
серия. И номинал монеты 50 тенге. Следующая монета. Это у нас Тай Казан, Сокровище степи. Одна монета из серии. Вот здесь вот на углу не видно, перчатки светлые. Вот на просвет. Вот здесь вот повреждение запайки. То есть идет уже расслоение запайки. Номинал монеты у нас 50 тенге. Тираж монеты 6000 штук. Следующая у нас монета идет серия обряды. Так, обряд называется Кыркынан Шигару. Надеюсь, правильно прочитал по-казахски. С произношением, конечно, не очень. Номинал монеты 100 тенге. Следующая монета также серия обряд. Эта монета называется Кокпар. Тоже красивая монета. Да и в принципе в Казахстане красивые юбилейные и памятные монеты делают. Номинал монеты 50 тенге. Наверное, поэтому я и начал собирать монеты Республики Казахстан. Далее у нас идет монета Год Ассамблеи народов Казахстана. Такая вот монета. Номинал монеты 50 тенге. Далее идет монета у нас Казахское ханство 550 лет. Такая вот монета. Номинал 50 тенге. Следующая монета. Это у нас бата. Номинал 50 тенге. Следующая монета — это Конституция Казахстана 20 лет. Юбилейная монета. Номинал 50 тенге. Следующая монета — 70 лет Великой Победы. Также это юбилейная монетка. Номинал монеты 50 тенге. Следующая монета этой серии Космос — это Буран. Номинал монеты 50 тенге. Тираж также составляет 6000 штук. Следующая монета из серии Красная книга — это у нас Манул. Кошка. Номинал 50 тенге. Далее у нас идет Муфлон. Номинал монеты составляет 50 тенге. Следующие у нас монетки идут — это города Казахстана. Вот о чем я и говорил. Вот такое вот повреждение запайки. То есть надлом и так далее. Номинал монет данной серии составляет 50 тенге. Они абсолютно идентичны циркуляционным монетам, которые ходят в Казахстане. Но это уже идет, так сказать, памятные. Данная монета посвящена городу Кокшетау. Я, кстати, родом из Кокшетавской области. Следующая монета — это у нас Шымкент. Далее у нас идет монета Алматы. Такой вот барс изображен.
Следующая монета это у нас Астана. Ну, сейчас мы знаем, не Астана, а Нур-Султан ее переименовали. Так что теперь нету такого названия, как Астана. И последняя монета это у нас Петропавловск. Но на монете почему-то начеканено название всего лишь только Петропавл. Почему так, неизвестно. Так, это была последняя монета. Итак, друзья, вот такое вот пополнение монет за пайках было у меня в данной посылке. Я также собираю монеты в запайках и складываю их вот в такой вот альбомчик. В данном альбоме у меня были монеты с холдерами, но я их вытащил и начал сюда складывать монеты в запайках. Хранятся они, конечно, хорошо, но есть один минус: монеты очень сильно быстро оттуда, если взять альбом неосторожно, они имеют свойство оттуда вылетать, и запайка может повредиться. На этом, друзья, видео заканчивается. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось видео, ставим лайк. Оставляем комментарий. Тот, кто еще не подписан, подписываемся на канал. Впереди будет еще много интересного. Всем до новых встреч. Всем пока.